нужный рисунок для какой-то другой задачи. А вопрос здесь очень простой в варианте 4 задачи А2. Надо найти плечо силы М2 относительно оси, проходящей перпендикулярно рисунку через точку О. Проводим линию действия силы, пунктирная линия, и КО, проведенное по перпендикуляру из точки А, О будет представлять собой плечо силы М2.